Правительство определило виды деятельности для налога на профессиональный доход. Новшества касаются не только ремесленников и владельцев агроусадеб, но и фотографов, репетиторов, курьеров, дизайнеров и представителей ряда других профессий. Любой самозанятый гражданин, который перейдет на новый режим налогообложения, будет платить в казну государства не фиксированную сумму, а определенный процент от выручки. Беларусь обеспечена товарами к новогодним праздникам, говорится в сообщении «Март». Но особо важно, подчеркнули в министерстве, не допустить скачка цен. В магазинах работают зоны продаж елочных украшений. Ожидаются традиционные распродажи и скидки. Информация о них размещена на сайтах. Запланированы 539 ярмарок и более 1000 специализированных базаров, которые стартуют уже в ближайшую субботу. В Бобруйске ищут очевидцев ДТП на Минской. Авария произошла 24 ноября в 11:50. Водитель «Пежо» не справился с управлением и столкнулся с «Мерседесом». После вылетел на встречку, врезался в «Опель». Любую информацию, в том числе записи с видеорегистраторов, госавтоинспекция просит сообщить по телефонам 80-225-59-01-99 или 102. Телеканал «Бобруйск 360» вновь проведет благотворительный новогодний марафон. На протяжении 2 недель гостями праздничной студии станут руководители города, организации, бизнесмены и представители общественности, которые неравнодушны к судьбам маленьких белорусов. Марафон «Подарим детям сказку» стартует 15 декабря в рамках республиканской акции «Наши дети». В Бобруйске проходит открытое первенство города по плаванию на призы многократного паралимпийского чемпиона Игоря Букова. Турнир принимает водноспортивный комплекс «Лесной». На дорожках ВСК отношения выясняют представители Рогачева, Жлобина, Светлогорска, Лиды, Речицы, Тихиничи, Минской и местной школы. Всего в заявке около 250 человек. Это ребята от 7 до 12 лет.